Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 17 июня 2023 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется «Василианс Кристина». Я рада приветствовать всех своих подписчиков и гостей моего канала. Я участвую в трех совместных проектах, и сегодня я буду подводить итоги в этих совместных проектах. Двух на этой неделе у меня два совместных проекта, которые нужно подвести итоги. Но прежде чем подвести, эта коробочка не просто так лежит. Я ее получила с AliExpress. Такая вот красота. И вот такое колечко я получила. Это серебряное колечко для продевания нити, чтобы натяжение нити было лучше, да, как бы. Вот так вот зеленые глазки у змейки. Такое рифленое, очень красивое. Мне очень нравится. Вот такой коробочке я получила. Стоимость этого кольца 150 рублей, где-то в этом пределе. Итак, значит, начну сначала совместного проекта, который называется «Рукодельная мастерская 2023. Месяц финишей». Организатор Ольга Вязания и не только. В инфобоксе будут все, на всех девочек ссылки. Подписывайтесь, заходите, смотрите. Очень интересное видео. Вдохновляйтесь, созерцайте. И, значит, в этом проекте я провязала вот второй носочек, вот столечко. Могу сказать, почему столько провязала, не больше, потому что времени вообще нету, и у меня немножко другие прерогативы, как бы, в плане носочков, да, как говорится. Но я еще в этом проекте заявляла, так как у меня был недовяз, и вот он вяжется. Осталось здесь, я тогда говорила, сантиметр нет. Я провязала еще 4 сантиметра, мне нужно еще 2-2,5 сантиметра провязать, и тогда можно будет эти рукава простирать и пришить, и потом уже дальше делать с этой кофтой. Так что на этой неделе я эту кофту эта кофточка довязывается, продвигается, так бы я сказала. Так что, что касается по совместному проекту «Рукодельная мастерская. Месяц финиши», на этом все. Сейчас я дальше покажу вам пряжу, которую я получила. Получила я упаковку желтого цвета. Это Himalaya Velvet, номер цвета 913. Это очень яркий, красивый желтый цвет. И вот, я по игрушкам я покажу вам, когда буду показывать игрушки. И еще получила вот такую вот упаковочку тоже Himalaya Velvet. Здесь персиковый очень красивый цвет 923, серый цвет 951 и такой красивый синий цвет 929. Это все, что касается Himalaya Velvet. Я его покупала на Озоне. Там были хорошие скидки, поэтому я взяла. И как раз на желтый сюда очень быстро заканчивается. Так, а сейчас я начну, значит, подводить итоги совместного проекта «Триостарты». Получается, организатор этого проекта связан с спицами Светлана, но на данный момент сейчас у нас Вика «Вязание дома». Значит, Вика «Вязание дома», и, значит, я заявляла на этой неделе, как бы первые отчеты у меня были морская тематика, и сейчас покажу, что у меня связалось. Значит, сначала у меня связался вот такой вот китенок. Вот этот желтый цвет. Яркий желтый. Вот такой вот китенок очень красиво смотрится. То я вязала две детали, а сейчас я провязала одну деталь. Здесь я убавки делала белой пряжи. Потом связался у меня вот такой в красивом девчачьем цвете розовый. Тоже мне понравился такой переход. Это, значит, здесь Himalaya Velvet, а это зеленая, получается, Воланс. И это тоже Himalaya Velvet. В розовом, значит, Himalaya Velvet. Вот этот вот такой красивый красный терракотовый Воланс. И это белый Himalaya Velvet. И вот этот вот обалденный цвет. Он мне очень-очень нравится этот китенок, как получился. Здесь тоже Himalaya Velvet, а вот этот вот бирюзовый Воланс, это белый тоже Himalaya Velvet. Вот такие вот китятки. Я их первый раз таких связала, немножко по-другому вязала. Я увидела картинку у девочек и по картинке связала, как говорится. Там есть девушка, которая вязала радужных китят, и мне понравилось, и поэтому я связала. Но на этой тематике морских животных не закончилось. Вот такие вот у меня связались еще лягушечки. Их у меня 3 на этой неделе. Мне понравился мастер-класс. Я вязала по мастер-классу Антонина Дегтярева. Так что проходите, он в бесплатном доступе. Проходите, вяжите. Очень классно получается.
обращали вчера внимание на них, но пока не купили. Но зато другие игрушечки купили. И, значит, второе у меня было, я так как видео не сняла, это получается отчет, второй отчет, третий и общий отчет в трех стартах. Второе, я, как всегда, у меня покупаются вот такие вот зайки по моему мастер-классу «Милый зайка». Но я его еще никак не выпущу. Надеюсь, что когда в отпуск пойду, тогда у меня будет время, и я его напишу и выпущу в интернете. Хвостик есть. Здесь глазки глиттерного и зеленого цвета. Носик бархатный на Алиэкспресс. Это белый бант, лента тоже с Алиэкспресс. И вот такое вот сердечко акриловое. Это сезона. Так что вот так вот. И, значит, третий у меня, я, значит, в последнее время у меня очень часто покупают зайков, именно зайка-малышка, называется зайка-малышка, вот этот вот мастер-класс, я их как-то вязала 8, у меня их не покупали, а последние 2 дня у меня осталось всего 2 или 3 зайчика, я решила подвязать, и вот третий, получается, отчет у меня вот такой связался, такая вот связалась зайка-малышка, тоже есть хвостик в таком костюмчике. И тоже глазки глиттерные, 12 размер. Это 12, это 10. Носик маленький, бархатный. И вот такое вот сердечко я пришиваю тоже на эти зайки. Ленточка чуть потоньше, тоже белого цвета, с Алиэкспресс. Так что вот так вот. И третья, и получается еще одна игрушечка связалась на одном дыхании, так как я вчера выходила на ярмарку, мне купили, единственный был Мишка, его купили. И я вспоминала, по какому мастер-классу я вязала, и наконец-таки я вспомнила. И сегодня он связался, чтобы я сегодня тоже собираюсь пойти поторговать. И вот только там был в желтеньком костюмчике, а здесь он в бирюзовом костюмчике. Глазки на безопасном креплении, но я их здесь приклеивала, и носик приклеивается, как в мастер-классе. Ленточка тоненькая, как вот у этого зайчика, и такие вот пуговички в виде сердечков, это с Алиэкспресс. Также есть хвостик такой вот, мишка-мишка, торопышка. У меня получился на этой неделе это все с игрушками, получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ну тоже хороший результат. Основной я говорю 4-5, а это вот я постаралась, притом я 2 дня не вязала, мне некогда было, и поэтому я вот вчера и позавчера тоже не выкладывала видео, у меня некогда, у меня дети, у меня летняя площадка, так что не сердитесь, кто за мной следит, я рада, что вы поддерживаете меня, вдохновляете меня, но не всегда у меня времени есть. Так что на этой ноте я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, и нужно ее прожить достойно. Еще раз повторюсь, в инфобоксе будут на все старты списки девочек. Проходите по ним, смотрите, созерцайте, вдохновляйтесь. Жизнь прекрасна, особенно летом. Отдыхайте, загорайте на море и купайтесь. Всем удачи, всем процветания, всем пока-пока. Ваша вязальщица Кристина.